Это «Вести утро», Карачаево, Черкесия, в студии Альбина Курачинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7-12, в горах плюс 2-7. Днем плюс 23-28 градусов и местами до плюс 19. В южных районах высокая пожароопасность 4 класса. В Черкесске без осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем плюс 24-26 градусов тепла. Уют и комфорт в каждый двор. В Карачаевске активно идет благоустройство 15 дворовых территорий. Ремонтные работы реализуются в рамках программы «Современная городская среда». Сейчас облагораживают двор по улице Ленина, 56. О том, на какой стадии находятся ремонтные работы, узнавал Алихан Лепшоков. Для жителей благоустройство этого многоквартирного двора является радостным событием. Дворовая территория по улице Ленина, 56, обширная, и давно здесь не проводился капитальный ремонт. Совсем скоро здесь появится современная детская площадка, скамейки и места для парковки машин. Осталось выровнять дорогу и уложить асфальтное покрытие. Представитель отдела строительства Карачаевска отмечает, что все работы будут завершены до конца этого года. Запланировано 15 дворовых территорий. Это в состав входит и ремонт, и благоустройство. В данный момент вот мы находимся на улице Ленина, 56, корпус 5. Тут 216 квартирный жилой дом. В общем, большая площадь ремонта и благоустройства идет. Сметная стоимость данных видов работ на данном объекте 9 миллионов 71 тысяч рублей. В настоящее время ведется строительство. На территории двора будет проводиться озеленение и установят освещение. Уже появились бордюры и совсем скоро проложат тротуары. Жители отмечают, что с благоустройством двора свободное время можно проводить с уютом и комфортом. Конечно, очень приятно, что делают нам хорошо. Огораживает двор, детям площадку детскую будут это делать, уже и делают. Конечно, нравится. Очень даже хорошо и красиво вагается. Все будет нормально, наверное. Мы рады, дети будут радоваться. Нам очень приятно. Мы живем и живем. Хотим жить красиво. Спасибо большое, что за нами так ухаживает. А это улица Курджиева, 4, где уже завершены работы по благоустройству двора. Важно отметить, что все строительные работы ведутся по программе «Современная городская среда». Алихан Лепшоков, Олег Молхожа, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести Северный Кавказ». Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. А в 14:30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкезовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире.